У меня на ужин бессонница, это блюдо по вкусу мне. Она часто мною готовится в наступившей вдруг тишине. И в процессе приготовления, когда все домашние спят, неизвестно мне направление, мои мысли куда-то летят. После первой ложки бессонницы целый мир открывается мне. Вон две мухи о чем-то ссорятся, таракан прополз по стене. За окном собака залаяла, запоздал пьяный идет. На балконе сосулька растаяла, а сердце наоборот. Но бессонница блюдо жуткое, очень острое и т.д. Я его перчу горькой шуткой и варю на мертвой воде. И не дай вам Бог его пробовать, если не подходящий момент. Как недолго и до дробли довести этот эксперимент. Это блюдо, как правило, кушаю в одиночку на кухне пустой. И при этом внимательно слушаю, чье дыхание за дверью входной. Кто-то скрипит вдруг половицею, кто-то хлопнет форточкой вдруг. Может, враг и домой таится, но может, шутит нежданный друг. Но, конечно, ночные видения всерьез приходится принимать. Элементарное привидение может до смерти вас напугать. Может, вдруг показаться под утро, что насели на вас упыри. Между мойкой и шкафом посудным продрожите вы до зари. Бессонницу канула в лету, много просит разных стихов. И свою посильную лепту в этой песне внести я готов. Когда будет у вас бессонница, дорогие мои друзья, может, песня вам эта вспомнится, ну а с песней вам вспомню всегда.